тому Листьев действительно... Я тебе должен сказать, что он был по-хорошему сумасшедшим человеком. Я вспоминаю, нам надо было, мы в Нижнем Новгороде, у Немцова тогда новый губернатор. Он пригласил нас, и Листьев, я попросил Листьева отвезти, а он был занят. Ему было очень трудно. Я помню, как Листьев сел в машину в 2 часа дня в Москве. Сам за рулем? А, ну, да, машину, 2 часа дня с водителем. И через, и несмотря на свою занятость, приехал по машиной в Нижний Новгород, отвел и в ночь уехал обратно, потому что у него было много дел здесь. Он в этом отношении, несмотря на свою популярность, известность, востребованность большую, он был удивительно мобильным человеком. И очень коммуникабельно, очень удобным. В нем не было вот этой звездности. Он... Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».